Давал 2000, в итоге заплатит 60. Житель Ноябрьска признан виновным в покушении на дачу взятки. 6 июля на автодороге Сургут-Салехард в черте города Губкинский 51-летний мужчина нарушил правила дорожного движения. Чтобы избежать административной ответственности, он предложил инспектору ДПС взятку в размере 2000 рублей. Однако довести свой корыстный план до конца у него не получилось. Инспектор ДПС деньги не взял. Мужчину задержали на месте. В итоге обвиняемому суд вынес наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки – 60 тысяч рублей.